Муниципальный форум «Управдом» в этом году провели уже во второй раз. В этот день обсудили вопросы, которые касаются благоустройства дворовых территорий, а также технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В качестве модератора форума выступила руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер. На каждом форуме ведется протокол. И все вопросы записываются. Тот, кто задает вопрос, если сразу не получил ответ, но бывают такие вопросы, которые невозможно сразу ответить, они подходят к протокольной группе, записываются, и потом им администрация дает официальный ответ. Либо принимается решение, допустим, выход на место непосредственно к этому дому, в этот двор, в этот подъезд. И все решается. На вопросы, связанные с комплексным благоустройством дворов, ответила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина. Кроме того, она привела перечень предстоящих работ. У нас на территории округа в 2024 году будет благоустроено 7 дворовых территорий. Это именно комплексный ремонт дворовых территорий. На 5 дворовых территориях будет заменено асфальтовое покрытие. И будет сделано, на сегодняшний день уже можно сказать, что сделано, 3 пешеходных тропы. По поводу внутриквартирного газового оборудования рассказала заместитель начальника службы технического обслуживания МособлГаз «Юг» Екатерина Сергеева. С 1 января 2024 года данная организация, которая может производить техническое обслуживание, является ресурсоснабжающей организацией на территории Московской области, ТАО «МособлГаз». Работа по техническому обслуживанию проводится ежегодно и могут выполняться одним средством. То есть не пугайтесь, как вам на обслуживание вашей жилой колонки приходит один средство. Встреча оказалась полезной и плодотворной, потому что у жителей всегда много вопросов, которые связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. В режиме открытого диалога на форуме «Управдом» они смогли получить на них ответы. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.